Привет. Привет. Куда ты ушел? Скажи что-нибудь. Расскажи. Что ты сегодня делал, Солик? Куда? Ты сегодня что делал? Куда? Вот сюда расскажи, вот сюда. Расскажи, что ты сегодня делал? Ел. Ел? Да. Целый день ел? Да. А что ел? Молото. Что? Молото. Какое хорошо. Расскажи, пожалуйста, а что ты еще сегодня делал? Гулял? Ты гулял сегодня? Куда? Гулял на улицу? Да. И? Мам. Расскажи, какая у тебя мама? Ты. Это я. Какая я? Мама. Мам. Какая я мама? Пакетик килограмм котит. Поймать твой бомбончик. Полицейский человек хочет поймать мой бомбончик? Да. За что? Что натворил мой бомбончик? Он не идет, и потому что... Куда не идет? Эй, кротик. Марина не идет. Стишок расскажи какой-нибудь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что это за стишок такой? Это песенка? А стишок? Не хочешь стишок рассказывать? Нет. А целовать маму? Да. Все? Расскажи, у тебя есть мечта? Чего ты хочешь? Вот это. Чего вот это? Вот это. Чего вот это? Может быть, ты хочешь мир во всем мире? Хочешь мир во всем мире? А еще что хочешь? Хочешь много машинок? Качу. А много мороженого? Да. А много какашек? Нет. Не хочешь? Не хочу. А много шоколада? Да. А много соплей? Нет. Не хочешь соплей? Нет. А не хочешь много зефира? Да. А много козявок? Нет. Почему? Потому что... На, скушай козюлю. На. Нет. А какашку? Нет. Фу? Чем будем заниматься, Солик, расскажи. Будем заниматься... Чем? Игрушками. Игрушками? Ой. Ты, кажется, уронил свой зефир. Куда? Вот он. Нашел? В общем, привет всем. Как жизнь? Что делаете? 3 года. Тебе сколько лет, Соль? Мам. Сколько тебе лет? Мам, давай ложимся. Тебе сколько лет? Мам, ты давай ушел. Ложим. Хорошо, я легла. Ты я устала? Да. Расскажи всем, сколько тебе лет. Сколько тебе лет, мышонок? 8. Много. 8? Не, много. В какой стати тебе вдруг 8 лет? Угу. Сына зовут Соломон. Может быть, тебе все-таки 3 года? У-у. Не 3? У-у. 8? У-у. 5? Да. Вот тебе сколько лет. Нет! Вау. Не хочу вот эту. Почему не хочешь вот эту? Потому что это... Сердечки, да, тебе нравятся? Да. О, откуда они? Это люди там сидят, ты им нравишься, и они тебе сердечки ставят. Как бы говорят тебе, Солик, ты нам нравишься. Солик, я тебя люблю, тебе говорят? Да? Эй, пузырь. Солик.
чего-нибудь, Соль? Станции? А давай на землю. Ты уже устала, мам. Я уже устала? Да. Ложись, ложись, мам. Лучше расскажи, где ты? Мам, ложись. Откуда ты появился, скажи? Ты где жил раньше? Мам, ложись. Мам, ложись. Что? Ложись. Хорошо, я легла. Ты ко мне ляжешь? Да. Хорошо. Да, мой сладкий. А? М? Чего сказала? Чего сказала? Говорю, да, мой сладкий. Мы так с тобой лежим? Угу. Вот это лица, ну-ка. Так. Так, что нам там пишут? Я не вижу. Видишь, вот тут там что-то пишут. Спрашивают. А, спасибо, комплименты. Говорят, говорят, что я все краше и краше. А ты милый. Ты милый, Соль? Вот это сердечки. Сердечки. А ты милый, скажи? Угу. Очень милый? Ага. А какой ты еще, расскажи. Вот это зайчики. Ты хулиган? Не, я пумпончик. Хороший, добрый или злой пумпончик? Пумпончик-зомби? Нет, хороший он. Хороший он пумпончик? Угу. Мама послушается? Да. А что он любит делать? Играть с мамой. А во что он играет с мамой? Машина. В машинке любит играть помпончик? Все? В общем, друзья, вот так вот мы живем. Всем хорошего вечера и скоро День Святого Валентина, кстати. Ест он машмеллоу, который мы из Америки привезли. Машмеллоу. Тебе нравится машмеллоу? Да. Вкусно? Да. Вот, вкусно, говорит. А... Вот. И сюда. Расскажи что-нибудь интересное про себя, Солик. А? Соль? Больно. Расскажи. Больно. Ты крутой парень? Больно. Крутой? Больно. Что ты говоришь? Больно. А спой свою песенку. Больно. Спой по татуре. Больно. Спой. Больно. По татуре тури таре. Помнишь? Пари, по татуре патари на карига. По татуре. Забыл песенку? Как-то так. Меня любят песни. Не видите меня. Не видите меня. Что? Вы сына не бьете? Да. Лупим, как сидорову козу, да, Солик? Ну и вопрос у вас, друзья. Что? Показывать. Что показывать? Спой лучше песенку «Спят усталые игрушки». «Спят усталые игрушки». Спой песенку. В общем, спокойной ночи, друзья. А муж мой на тренировке, он занимается спортом. Вот. А мы не занимаемся. В общем, почему у ребенка не русское имя? Потому что его ребенок грузин по папе. Логично. И да. Ты грузин? Нет, да, я грузин. А расскажи что-нибудь по-грузински, Соль. Скажи что-нибудь по-грузински, скажи. Скажи что-нибудь по-грузински, давай. Ну, скажи. Скажи мне по-грузински, что ты меня любишь. Скажи. Давай, поцелую, давай. Скажи по-грузински, что ты меня любишь. А? А по-грузински? Михуархар, помнишь? Михуархар. Да, а еще скажи. Михуархар. Вот так.
может, и у любовницы муж, кто его знает. Эй, пупсик. Вот так, ну, не делай вот так, а вот так делай. Как, Соль, ты меня сейчас выколешь этим твоим... Что? Все? Короче, что? Ну, конечно, да хватит вилка себе тыкать в рот. Эй, попка. Который мы любим? Кого мы любим? Мишку? Да. Станцуй что-нибудь, Соль. Станцуй что-нибудь, а? Потанцуй. Потанцуй. А еще? Я не хочу вот так. А я хочу... Вилку убери. Вот так хочешь? Пошли, Соль, ты когда-нибудь останавливаешься? Ну давай. Что? Покажи. Хочешь? Да. В общем, все, друзья. Пока всем, мы пошли ванну набирать. Пойдешь купаться? Нет. Почему? Потому что. Почему? Там тебя кожа, это дельфин. Все, пока.